Я вам задам такой простой вопрос. Вы очень скромный человек, все это понятно, но вы понимаете, вот умом понимаете, что вы сотворили чудо, вот эти песни, которые я назвал? Да, ну перестаньте. Во-первых, не я, это громадная заслуга Юры. Вы с Рыбчинским? Ну да, ну потому что, в принципе, я придумывал все эти песни, но он титаническую работу проделал, просто титаническую. Я ему когда-то рассказывал, что я переворачивал свои архивы, что-то мне надо было найти. Какие-то стихи мне очень понравились, я их где-то затерял, потом долго их искал. И я, у нас на каждую строчку у него уходило по две, по три школьных тетради вот таких. Для того, чтобы найти одно слово, он переписывал. Это вот на песню у нас уходили вот такие тома тетради. Потому что каждое слово не пропускалось до тех пор, пока оно не будет устраивать меня музыкальным отношением. Фантастик. Чтобы артикуляция была легкая, чтобы не было минимум шипячих, слога на месте должна быть. Кульминация – самая главная основа любой песни. Как там Кохана, так здесь «верни». Вот главный глагол, все, на чем держится. В этой песне «Глазах на песке» заслуга, ну не заслуга, решение какое композиторское. От первой ноты до последней куплета в запеве идет нагнетание информации. Да, рисую, да, глаза, да, на песке, да. Там это делаю, 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 делаю. И идет модуляция сплошная. Тревожная первая такая, нота, правда? Да. Но накопление, накопление, и оно приходит к высшей точке, где идет «верни». Вот оно. Пришло вверх. И все, гармония останавливается, и долбятся только эти две гармонии. Та-ра-да-да-да-да, оп, та-ра-да-да-да-да, оп, та-ра-да-да-да-да, оп, та-ра-да-да. Вот здесь должно работать вот это основное слово. А потом снова идет само-то, а да 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 намолачивается, намолачивается, и снова приходит к этой вершине. В этой песне, это я так рассказал, а в принципе от первой ноты до последней ноты куплета четыре модуляции. А вы же даже не заметите. Четыре модуляции. «Глаза на песке». Юрий Евгеньевич написал украинский текст. «Ты поверни мені його очей, вогні». Да, 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 да. Вы слышали, как Тамара Гверцтели это спела? Вот мне кажется, потрясающе. Я не профессионал, но да, меня это взяло Тамара, за душу. Это такая, скажем, стандартный вариант песни. То есть общая. А кто лучше спел? «Глаза на песке»? Миансарова. Ну, мне трудно сказать. Мне трудно сказать. Я не могу, оно мне как-то всей одной дорогой идет. А море смеется в обличчо холодною піною море, і чайки печально й сумно кричать про розлуку і горе. Малюю, малюю тебе на піску, але море шалене, як злодій. Краде сміючість твої зоряні очі у мене. Від нас